Украинские военные получили на вооружение американский зенитно-ракетный комплекс «Аванжер» «Мститель», который может работать по целям как днем, так и ночью. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наив заявил, что данные ЗРК уже стоят на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, оснащен тепловизионным прицелом, благодаря которому можно работать днем и ночью. Техника вооружена ракетами «Стингер», также имеет крупнокалиберный пулемет «Браунинг АН» М3. ЗРК обслуживают украинские военные, которые прошли обучение в Германии. В общем, техника легка в управлении. Благодарю за просмотр и донаты на развитие, ссылка в описании канала и под видео.